Сегодня 11 мая. Мы собираемся в путешествие. Все заказы сданы. Срочные. Огороды посажены. Есть возможность немножко попутешествовать. Собираемся в горы, в Карпаты. По пути нам предстоит проехать Киев, Львов, Ивано-Франковск. Это областные центры, ну и кое-какие небольшие. Рамны, Житомир, Яремча. Путешествовать будем на автомобиле Kia Carens, более-менее просторном. Надеюсь, не подведет в дороге. По мере путешествия будем делать кое-какие съемки. Последнее приготовление. Укладываются вещи. Будем будить детей. С нами едут внуки. Я, жена моя, дочка. Собаки тоже просыпаются. Подкачиваем шины. И выезжаем за пределы нашего двора. Окраина нашего города. Заправляем дизелем полный бак. По пути попадается населенный пункт с таким вот интересным названием. Подъезжаем к Киеву. Первые 350 километров позади. День выдался хороший, солнечный, ну и довольно теплый. По Южному мосту переезжаем в Днепр. Теперь мы уже в правобережной Украине. Выехали за пределы Киева на трассу Киев-Чоп.
пообедали домашними запасами на площадке для отдыха. Пересекаем город Житомир. И снова трасса. В 18:30 заехали в Ровно. Заехали в гидропарк, чтобы поужинать на стоянке. Вечереет, и пора подумать о ночлеге. Нашли по навигатору мотель в 50 километрах от Львова и решили в нем переночевать. Утром позавтракали в кафе, которое есть при мотеле, и двинулись дальше.
мы снова на трассе Киев-Чоп. Проезжая мимо арены Львов, решили на минутку завернуть, посмотреть поближе. Здесь проводился чемпионат Европы по футболу. Народ вдали уже увидел город. Небольшой городок Стрий. Навигатор куда-то завел не туда. Ну, вроде бы выбрались. Я боюсь, если вас что-то на меня крепко. Так мне же сказала крепковатый. Городок Богородчани. Небагато. Є. Ну, так.
12 часов дня мы в предгорьях Карпат.